Как минимум 25 выпускников Камчатки получат выплаты за успешно сданные в этом году госэкзамены. Такая мера поощрения стартовала в крае для ребят, набравших на ЕГЭ 95 и более баллов. Как рассказали в Минобразование края, 18 человек уже получили выплату на сумму больше 1 миллиона рублей. Это 5 стобальников, 12 11-классников, получивших больше 95 баллов по одному предмету, и один выпускник, заработавший столько же по как минимум двум предметам. Кроме того, сейчас ожидаются результаты пересдачи ЕГЭ, прошедшей на прошлой неделе. Напомним, 11-классники, набравшие на госэкзамене от 95 до 99 баллов по одному предмету, получат выплату в 50 тысяч рублей. Выпускникам, набравшим столько же баллов по двум и более предметам, выплатят по 75 тысяч рублей. Стобальники получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на высшую оценку.